Дагестанцы построили транспортную развязку в Саратове. Благодаря строителям компании «Бурбау» движение по Трофимовскому мосту было запущено на 2 месяца раньше установленного срока. Наши земляки работали, не покладая рук, за что получили похвалу как от местных жителей, так и от саратовских чиновников. Об одной из самых нелегких работ компании и о высоком профессионализме строителей из нашей республики смотрите в следующем сюжете. Запускайте движение. Дело выполнено. Движение по Трофимовскому мосту запущено. Позади непрерывная работа и в грязь, и в стужу, и в знойные летние дни. За 10 месяцев 200 дагестанских строителей завершили объект. Таланты и дисциплина мастеров превратили сплав железа и бетона в переправу, соединяющую две части города. Сейчас Трофимовский мост выглядит красиво, а главное – надежно. Однако, приступая к работе, здесь была совершенно иная картина. Обветшалый мост, который построили еще в 1969 году, едва ли не рушился. Работникам компании «Бурбау» пришлось его полностью демонтировать и отстроить заново. Трофимовский мост соединяет 2 района города и служит переправой через железнодорожные пути. Его длина 100 метров, ширина 23 метра. Строительство усложнялось тем, что для проведения работ поезда останавливали лишь на несколько часов 3 раза в неделю. Но и это не помешало дагестанским труженикам сдать объект на 2 месяца раньше установленного срока. Помогло, в первую очередь, это хорошее отношение с заказчиком. То, что в городе же расположен, получается, проектный суд. И какие-то решения удавалось на месте решать, как-то ускорить это дело. И, конечно же, с первого же дня набрали людей более опытных, которые свою работу, можно сказать, уже не первый год делают. Такой профессионализм оценили высокие чиновники области. На открытии объекта присутствовали мэр города Саратов, начальник Приволжской железной дороги, председатель правительства Саратовской области. Это сложный инженерный объект, который имеет много сложностей с учетом того, что проходит над целым каскадом именно железнодорожных путей. Был определен весь тот алгоритм действий, который позволил строителям в короткие сроки осуществить реализацию этого проекта. Мы вышли на конкурс на строительно-монтажные уже работы. Выиграла компания «Бурбау», которая имеет на самом деле уже очень серьезный опыт реализации таких серьезных капиталоемких проектов в черте города. Профессионализм подрядчика, который имел весь необходимый достаточный ресурс для реализации этого проекта, это прежде всего компетенции и уровень специалистов всех, кто занимался сваркой, монтажом, планировкой, весь набор необходимой техники, которая нужна для такого срока и объема реализации данного проекта. Мы видели организацию четкую, которая сложена на строительной площадке. Есть режимы, есть дисциплина. И вот это все позволило подойти к реализации раньше срока контракта. Работой дагестанских мастеров на крупном строительном объекте довольны все. Теперь, благодаря слаженной работе команды «Бурбау», в Саратове решена одна из острых транспортных проблем. Это подметили и местные жители. Стоит отметить, что компания широко известна в Саратовской области. Состоящая полностью из выходцев из Дагестана, «Бурбау» не только строит прекрасные мосты, но и создает благоприятный имидж для нашей республики. Здесь на счету работ дагестанцев ряд успешно реализованных объектов. Крупнейшая организация в области строительства транспортных сооружений год за годом реконструируют объекты по всей России, оставляя тем самым самые положительные отзывы о дагестанских мостостроителях. Хадижа Курбанова, Хаджимурат Магаев, телеканал ННТ, Саратовская область.